Горничная просит прибавки у своей хозяйки по дому. Но та недовольна, естественно, и говорит: «А в честь чего это я вам должна прибавить зарплату?» А та говорит: «Ну, у меня есть на то три причины. Первая причина – то, что я лучше глажу, чем вы». «Ха, кто это вам сказал?» «Ваш муж». «О-о-о!» «Вторая причина – то, что я лучше готовлю, чем вы». «Кто это сказал?» «Ваш муж». «Угу». «Ну, а третья причина – то, что я лучше в сексе, чем вы». «Мой муж сказал, да?» «Нет, ваш садовник». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.